Более 50 лет назад в галактике М83 на расстоянии 15 миллионов световых лет от Земли была открыта сверхновая, которую обозначили SN1957D, как четвертую сверхновую, открытую в этом году. С тех пор астрономы пытаются увидеть ее останки на различных длинных волнах. В 1981 им удалось найти ее в радиоволнах, а в 1987 в оптическом диапазоне. Однако все предыдущие попытки рентгеновских телескопов не увенчались успехом. И только новая попытка Чандры длиной 8,5 дней наблюдательного времени смогла, наконец, обнаружить этот объект. Рентгеновские данные телескопа Чандра, останков сверхновой SN1957D, дали важную информацию о природе этого взрыва, который, как считают астрономы, произошел, когда у массивной звезды закончилось ее горючее, и она погибла полвека назад. По данным Чандры, можно сказать, что взрыв сформировал быстро вращающуюся нейтронную звезду, которая является самым молодым объектом подобного рода, который мы когда-либо наблюдали.